Без существенных изменений на валютном рынке. По курсу Национального банка на сегодня евро стоит 20 леев 76 банов, как и в конце прошлой недели. Доллар уступил 3 бана и торгуется по 17,62. Румынский лей оценивается в 4,19. Сохранились также показатели украинской гривны и российского рубля 66 и 24 бана соответственно.